Друзья, всем большой привет! Сегодня мы продолжим разбирать вопросы подписчиков, и один из них посвящен истории, произошедшей во время Корейской войны, а именно сказ о том, как устаревший по всем параметрам ПО-2 умудрился сбить реактивный истребитель США Starfire. Правда это или нет? Давайте разбираться. Но перед этим небольшая предыстория. ПО-2 довольно активно применялся Северной Кореей для совершения ночных налетов и стал настоящей занозой в заднице у американцев. Довольно ярко свои мысли по поводу ПО-2 выразил американский летчик, летавший на Starfire. ПО-2 стали для нас огромной занозой в заднице. Мы дали им прозвище «Bad Check Charlie». Они прилетали около полуночи и сбрасывали несколько небольших бомб. За время моей службы им не удалось нанести серьезных повреждений, но им, конечно, удалось попортить наш сон. Собственно, свое прозвище ПО-2 получили из-за того, что звук сирен во время ночных налетов Поликарповых будил солдат. На самом деле, некоторые ночные рейды ПО-2 наносили серьезный урон. Так, во время одного из налетов ПО-2 сбросил бомбы четко над линией мустангов, находившихся на стоянке, в результате чего 11 самолетов получили повреждения. 17 июня 1951 года ПО-2 смог поджечь стоявший на земле Сейбр. Еще несколько самолетов были повреждены. Можно найти большое количество упоминаний налетов, нанесших серьезный урон и приведших к гибели людей. Американцы старались бороться с ночной напастью. Однако ПО-2 было тяжело обнаружить при помощи радаров. Неприхотливость самолета, а также возможность совершения взлетов с неподготовленных ВПП усложняли поиск ПО-2. А его знаменитая тихоходность также давала о себе знать. Вот что рассказывал ветеран ВВС США Лео Фурнье. Никто не мог попасть в ПО-2. Он просто летел слишком низко и слишком медленно. По этой причине неуловимые ПО-2 становились тяжелой добычей для реактивных истребителей США. А учитывая, что днем корейцы искусно маскировали свои самолеты, то уничтожить их на стоянках было непросто. Поэтому приходилось сражаться ночью. За все эти качества американцы возненавидели ПО-2 и при любой возможности стремились их уничтожить, иногда ценой своей жизни. В английской литературе и источниках приводятся два случая, когда летчики реактивных истребителей погибли в дуэли с ПО-2. Хотя дуэлью эти бои назвать сложно. ПО-2 не могли нанести никакого урона реактивным самолетам. 3 мая 1953 года американцы потеряли свой Starfire во время борьбы с Bad Check Charlie. Погибли оба летчика. Вот что рассказывал об этом сослуживец погибших, капитан Бен Фитин. Когда Чарли в очередной раз активизировались, храбрый молодой экипаж, состоявший из лейтенантов Уилкокса и Голдберга, по-видимому, смог сбить вражеский самолет над водой. Но во время этого боя они либо сами упали в море, либо протаранили ПО-2. Последнее, что мы услышали от них, было слово «всплеск». Следующая потеря Starfire произошла 12 июня в 23:30, когда подполковник Мак Хейл так увлекся охотой за ПО-2, что скорость его самолета снизилась до критических значений, и Starfire врезался в землю. Оба летчика погибли, в то время как ПО-2 продолжил лететь по своим делам. Нельзя сказать, что ПО-2 одержали грандиозную победу в дуэли с реактивными истребителями, но то, что ПО-2 являлся причиной крушения Starfire'ов, это факт. По непонятной мне причине в литературе часто путают местами обстоятельства гибели этих самолетов. То самолет Макхейла погибает после неудачного тарана, то Starfire Уилкокса. Таким образом, ПО-2 стал настоящей проблемой для американцев, которые готовились к войне против самых современных реактивных истребителей, а в итоге им пришлось бороться с тихоходным приветом из прошлого.